Губернатор Тюменской области Александр Мор отметил, что лето в Тобольском Кремле – это одно из лучших культурных и туристических событий страны. Фестиваль неоднократно попадал в топ лучших культурных событий России. В финале национальной премии Russian Event Awards 2022 наш музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» получил третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства с населением свыше 100 тысяч человек».